Визит главы Чечни в Беларусь даже по плану виделся насыщенным. Короткое, но теплое приветствие в аэропорту, пара слов о сельском хозяйстве, и кортеж Рамзана Кадырова направляется в Минск. Деловой программе предшествовало возложение к монументу на площади Победы. Привычный ритуал – дань памяти павшим воинам Великой Отечественной, но в этом случае с особым символизмом. Ведь Чечня тоже совершила подвиг, победив терроризм на своей земле. Затем Рамзан Кадыров направился во Дворец независимости на переговоры с главой белорусского государства. Журналисты Минска и Грозного личные встречи Александра Лукашенко и Рамзана Кадырова активно ждали почти год. В ноябре 2016-го здесь же, во Дворце независимости, во время пресс-конференции для представителей российских региональных средств массовой информации президент Беларуси заявил, главу Чечни ждет уже давно. Корреспондент из Грозного тогда интересовался интенсификацией экономических отношений Беларуси и Чечни, но журналисты понимали, для этого нужна встреча двух лидеров. Вина здесь не моя, а Рамзана, который дважды собирался сюда приехать. Целая программа была, которую мы должны были изучить в Беларуси, но какие-то, наверное, обстоятельства этому помешали. В тот же день Рамзан Кадыров, активный пользователь соцсетей, написал в своем инстаграме. Критику принимает и сочтет за честь приехать в Минск в любое удобное для президента Беларуси время. Первая встреча двух лидеров получилась дружеской. Очень надеюсь, это не чужая для вас земля. Беларусь всегда была хорошим домом для всех народов бывшего Советского Союза. Поверьте, я очень рад встрече с вами. Познакомиться ближе, не заочно, и не средств массовой информации. Я думаю, вам понравится в Минске, понравится в Беларуси. И вы не только официально, но в любое время, пролетая мимо или по югу, чаще мы на юге с вами бываем, вы найдете возможность побывать в Беларуси. Я, можно сказать, мечтал о личной встрече с вами, потому что все эти годы, как вы только что сказали, мы чувствовали поддержку и чувствуем поддержку. На Кавказе вас очень сильно уважают, любят. Вот как узнали, что я еду, все молодые старцы, батьке большой привет передавайте. Мы всегда чувствуем поддержку, мы все его выступления слушаем. Это для них гордость на самом деле. Мы очень хорошо осведомлены о развитии Чеченской Республики, очень рады за это. Вы просто молодцы, подняли из руин, из пепла свой клочок земли, вселили уверенность в народ Чеченской Республики. Насколько я информирован, они добром платят и власти нынешней Чеченской Республики. Для нас Чеченская Республика – это очень перспективный регион, авторитетный регион. И мы хотели бы не только сотрудничать с Грозным, с Чеченской Республикой, но с вами вместе и работать на Кавказе, что касается экономики, экономических отношений. Мы спокойно можем строить там совместное предприятие, в этом плане сотрудничая, создавать совместные высокотехнологичные продукты, торговать в вашем регионе не только на юге, но и на севере. Это удобное место, мы это не скрываем, поэтому если вы увидите в результате этого визита что-то интересное для вашей республики, вы нам скажите. Мы несколько лет изучаем экономику вашей страны, наше правительство работает, есть взаимодействие. Я уверен, что вот сегодняшняя встреча послужит дальше не на словах, а на самом деле развивать в экономическом, промышленном, сельскохозяйственном плане наши отношения. Сейчас задача дружбу личную и политическую направить в экономическое русло. Чечня уже давно не тот проблемный полуразрушенный регион, а набирающий мощь субъект на юге Российской Федерации, внешнеторговый оборот которого растет колоссально. Правда, пока лишь в процентах. В первом квартале сразу на 305, но это всего 11 миллионов долларов. Однако, если Грозный будет и дальше так развиваться, перечень позиций торговли с Минском расширится. Сейчас Беларусь поставляет в Чечню предметы гигиены, электротехнику и сталь. В обратном направлении идут лом черных материалов и минеральная вода. Но поставки через Москву. Александр Лукашенко давно придерживается стратегии прямого сотрудничества. Знаю, что вы создаете производство отечественных автомобилей. Там у нас есть предприятие, которое
имеет опыт сотрудничества с Россией, допустим, по автокомпонентам, мы можем сотрудничать с вами. Химия, нефтехимия, вы тоже возможности знаете. Можем предложить свои услуги, если вы еще занимаетесь глубоко вопросами добычи нефти, переработки. Наша компания «Беларусьнефть» работает во многих частях мира. Вот машиностроение, сельское хозяйство, очень взялись за сельское хозяйство. Целью Минска и Грозного на первом этапе будет возврат к уровню 2013 года. Тогда торговый оборот резко вырос до 9 миллионов долларов, но уже в следующем году упал почти втрое, и восстановить объемы не удается до сих пор. Импорт же из Чечни и вовсе можно назвать незначительным, но Рамзан Кадыров заинтересован в выходе предприятий своего региона на белорусский рынок. Как вы сказали, наоборот, если сделать в Чечне там такой пилотный проект, касающий там вот не только именно для региона, а для всего Северного Кавказа, то это было бы выгодно и для ваших предприятий, и для нас в том числе. В прошлом году делегация белорусского Минпрома уже побывала с визитом в Чечне и, в частности, на лесопромышленном предприятии «Фагус». Его называют лучшим заводом на юге России по производству окон из ценных пород дерева, таких как кавказский дуб. Минск же предложил поставлять свое сырье, например, ДСП и фанеру с модернизированных деревообрабатывающих предприятий. Также Беларусь может экспортировать комбайны, грузовики, тракторы и навесное оборудование. Крестьяне уж точно будут не против. Беларусь примерно считается самый лучший в данное время. Самый выносливый. Двигатель, ходовая лучше. Но прямые поставки – лишь один вектор сотрудничества и не самый выгодный. Куда эффективнее создать в Чечне, например, дилерский и сервисный центр тракторов МТЗ или организовать совместное производство автокомплектующих, о чем и говорил президент. Белорусские предприятия готовы к любой форме сотрудничества. Регион очень интересный, и мы знаем, что там сегодня, хотя в небольших объемах, работает предприятие «Чинавто», которое собирает из комплектующих «АвтоВАЗа» автомобили «Лада Приора». У нас сегодня по ряду предприятий для этого автомобиля разработаны готовые изделия. Это начиная от стартера, генератора, головные, противотуманные фары и многое другое. Поэтому нам очень интересно, и мы готовы поставлять. Также перспективной сферой видится строительство. Чечня поставила цель к 2030 году сделать столицу образцовым проевропейским городом. Сроки сжатые, поэтому белорусские руки и материалы пригодятся. А их качество Рамзан Кадыров уже оценил, поделившись с журналистами впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко и о Беларуси в целом. Ну, я особо так и не увидел Минск, но мне очень понравилось. Чисто, красиво, чувствуется, что хозяин. И это самое главное. Я люблю чистоту. Я люблю строительство, люблю чистоту, люблю. Я как будто дома нахожусь. Мне очень нравится здесь. Четко президент дал поручение министерству, ведомств, чтобы они более конкретно пришли к делам. У нас были подписаны соглашения, товарооборот так бы, как нам хотелось, не увеличилось. Поэтому сейчас, я думаю, что будут сделаны конкретные шаги. И встреча была, мне очень понравилось. Я давно хотел лично встретиться и пообщаться. У меня, к сожалению, один раз не получилось приехать. Я за это получил замечание. И я думаю, что сегодня мы нашли на все вопросы ответы. Как наполнить договоренности проектами, говорили в правительстве. И хоть предложения в достатке, они скорее на перспективу. Но есть и то, что горит уже сейчас. Работать в Чечне готов Бобруйск Агромаш. Даже площадки выбраны. Но производственникам нужна поддержка руководства российского региона. Мы найдем точки соприкосновения для того, чтобы не обсуждать, а на самом деле реально заниматься делами. Реальными делами начали заниматься сегодня же на Минском автомобильном заводе. Высокий гость протестировал флагманские разработки, и эти кадры, кажется, ускорят переговоры белорусских машиностроителей с чеченскими партнерами. Как мы заканчиваем командировку, покатились на самом хорошем машине, получили удовольствие. Я думаю, что не только я, и все получат от таких прекрасных
машин, автобусов, КАМАЗов, удовольствие. Для того, чтобы эмоции и впечатления Рамзана Кадырова трансформировались в межправительственное соглашение, на их основе предприятия заключат контракты и начнут реально работать вместе, конечно, нужно время, но стартовый импульс дан. И пусть между Минском и Грозным почти 2500 километров, Беларусь и Чечня сегодня стали намного ближе друг к другу. Игорь Тур, Анна Пыш, Екатерина Кардаш, Дмитрий Буй. Наши новости ОНТ.